Волонтеры-медики привезли самарским коллегам маски, халаты и антисептики. Средства индивидуальной защиты переданы городскому волонтерскому штабу от Федерального штаба Всероссийского волонтерского движения Общероссийского народного фронта. Ребята находятся в зоне риска, ведь каждый день они покупают продукты и лекарства тем, кто не может ходить в магазины и аптеки. Это, как правило, пенсионеры и инвалиды. Для выполнения заявочки они проходят инструктаж и получают как раз вот все необходимые средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки и антисептик для обработки рук. Городской штаб волонтеров работает со 2 апреля. За это время на горячую линию поступило около 2000 обращений. С людьми, которые нуждаются в помощи, работают 130 человек. В каждом районе Самары есть свое небольшое отделение. Колл-центр оформляет заявки. Оформленная заявка уже с координатами заявителя, с потребностями его передаются в районные штабы. И уже районные штабы передают заявки волонтерам, которые их выполняют. Если вам нужна помощь в покупке продуктов или лекарств, а также оплате услуг ЖКХ, вам необходимо позвонить в колл-центр, телефон которого вы видите на своих экранах. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.